Американцы в очереди за едой. Вот смотрите. Машина прикольная стоит. Все рассматривают. О, это сиденье, нифига себе. Yeah, that's something new. Yeah, they also have three in the car. It doesn't look like a Ford. Колеса Форда, на самом деле неизвестно, что это за машина такая. Ой, здесь все забито, наверное, нет места. На скамейке какой-нибудь, может. What about like on the wall? All right, open it small. Can you slow? Can you slow and rascal? Let me get that side again. Hold up, he just did. Это мул? Это лошадь. Только что видела. Ой, что это там вывалил-то? Совсем обнаглел. Ой, глаза какие хитрые. Это мул или кто это? Написано, что они легаются, эти мулы. Это ж не лошадь, это мул. Ой, странный ты какой-то. Ой, что я там вывалил? Кошмар какой. Написано Beware mules bite. Остерегайтесь укусов. Да, это мул, это не лошадь. Вон у них ноги короткие такие. Кусить может вот так вот. Thank you.
так расхвалил коктейль Майтай. Говорит, сколько он здесь работает. Впервые такой, такой вкусный Майтай. Где он тут? Будем пробовать. Мы с вами были в этом ресторане. Помните, я балерину показывала? Я буду Ахи, Джей будет Лэм, баранина. Хрен поймешь, парень или девушка. Но судя по застежке, вот в этой зоне, это девушка. 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 Почему без подносов носят? А где чепчик на голове? Вы слышите этот нойз? Пипец, как американцы громко разговаривают. Это просто пипец. Мне кажется, в наших ресторанах это только случается, когда уже нажрутся все. Напьются, нажрутся, уже не контролируют себя. А так мы как-то, мне кажется, тихо разговариваем. Вообще давно не была в русских ресторанах. Сзади меня сидят за столиком такие красивые две пары. Вообще, блин, ну, не могу повернуться. Сейчас не видно девушку. За столиком очень красивая. Well, I like the little kids doing their thing. Белые креветки. Красивая какая. Perfect, thank you. And any more appetizers on the way? Or salads? No, right. It's like faster than ground. It's like thank you. Предложили чапстикс, ну, палочки. Какая-то рыбка. У Джея Лэм баранина. У мужа и сестры тоже баранина. У маманьки баранина. У кого-то там рыба еще. И палочки мне принес не просто так, а в салфетке. И так приоткрыл салфетку, говорит, типа, палочки вам надо? Не одну палочку, а две предложил мне. Прикиньте, мой муж рядом сидит, он мне палочки предлагает. Надо посмотреть старые видео. Ленточки те же, мне кажется, другие ленточки какие-то. А вам как кажется? Такие смешные, не боятся машины этой. Ходят за садовником. Ой, я не могу. Может, он их прикармливает?